Привычка все выбрасывать в окно автомобиля, включая окурки, она может быть казаться какой-то такой безвредной, но мы фиксируем возгорание, и в том числе от, ну, в полосе от вододороги, с большой долей вероятности они случаются в результате как раз вот таких действий. Поэтому если каждый немножко, может быть, на себя посмотрит со стороны и увидит какие-то неосторожные действия, которые он потенциально может совершить, и от них воздержится, то это уже будет большим подспорьем в дело повышения общей нашей пожарной безопасности.